Продолжаются эксперименты над армией ВСУ. Не побоюсь я этой фразы и произнесу. Зеленский, вам своих солдат не жаль? Вы слышали, что вам вчера сказала Урсула фон дер Лейн? Не слышали? Послушайте, пока видосы не удалили. Всю правду в интервью ее раскрыли, что уже погибло 100 тысяч украинских вояк. Зеленский, для тебя это ништяк? Ну все логично, хватит выкрутасы. Ветернируют украинцев папуасы. Вы посмотрите видео, чему солдатов учат иноземцы. Их учат воевать, как в древности туземцы. Приехал министр обороны Англии проверить ВСУ. Они ему кричат в ответ: «У! У!» И бьют себя, как обезьяны, в грудь. Стремится это стадо в бой рвануть. Вот это прям бабла распил. Ха-ха. Как говорится, без хохла лоха и жизнь плоха. Поэтому и кладбища на Украине растут прям как грибы после дождя, имея наркомана у руля вождя. Сидит он сытый в бункере в тепле, тогда как Украина вся во тьме. И рассказывает по ТВ байки, глядя в рот командирам НАТО шайки. Но что-то НАТО, по-моему, начало уж прозревать. В открытую Столтенберг вам начинает заявлять: Украине надо думать не о НАТО. И бросьте мысли, глуповато. Думайте, как сохранить страну. А то уж Польша на пороге подошла к окну. Потирает уж она руки, как напасть. С планами отжать западную Украину часть. А что, легко. По сути, армии уж Украины нет. Простыл ее на фронте след. Перемололи русские ракеты. Сопротивления полякам больше нету. Браво, пан Зеленский. Миссия почти завершена. Как облапошить украинского хохла.